Я еще не валял здесь, я третий день сегодня. Ну, третий день, ну что вы занимаетесь здесь? Конкретно ваши функции какие? Я вот три дня хожу спалась. Конечно, никто ничего не делал, а деревья сами себя вырубили на 250 тысяч рублей. Полицейские сумели задержать на 36-м километре Яйского участкового лесничества только двоих рубщиков из группы, как раз в тот момент, когда они занимались крыжеванием, то есть стаскивали уже поваленные стволы в одну кучу. То есть три КамАЗа уже вывезли, да, получается, 6 числа? И здесь сколько находится, да, сейчас? Ну а здесь какой объем примерно? Вот сейчас лес уже? Да. Да здесь кубов 12. То есть, получается, приблизительно 30 кубов вывезли, да, уже, и 12 кубов, то есть, находится на... Задержание проходило в лучших традициях современных боевиков. Авиаспецназ высадил бойцов ОМОНа вместе с лесниками прямо в глухой тайге. Заметив проверяющих, черные лесорубы попытались скрыться на тракторе, но были задержаны прямо на собственной деляне. В результате проведенных мероприятий установлен факт незаконной вырубки лесных насаждений. В настоящее время собранный материал передан для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ «Незаконная порубка лесных насаждений» в следственное подразделение Главного управления. Вероятнее всего, отправятся лесорубы из мест, далеких от цивилизации, в места не столь отдаленные. По крайней мере, подобные преступления караются заключением на 6 лет. К слову, с самого начала этого года таких дел возбудили уже 139 и пресечены попытки украсть лес на сумму свыше 40 миллионов рублей. Артем Казак, новости моего города.